Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 ноября, и ураган, который пронесся по нашей стране на прошлой неделе, у многих унес теплицы безвозвратно, у кого-то просто поломал, порвал. Я тоже снимала видеоролик о том, что у нас повредилось две теплицы, и у меня начали спрашивать зрители, так как у меня теплиц несколько видов, не только не несколько штук, а несколько разных видов. Есть арочные, есть домиком. Начали спрашивать, какие теплицы устояли лучше всего. И про теплицы, конечно, это такая вот тема, интересующая всех, потому что покупка это не дешевая, основательная, многолетняя, на несколько лет. Но, как показывает практика, у некоторых унесло теплицы, которые поставили первый год или стояли всего год. Это, конечно, очень печально. И я сейчас на эту тему хочу поговорить с вами, снять очень-очень подробное длинное видео. Я сначала расскажу свою историю, потому что у меня многолетняя и многогранная история. Теплицы и уносила, и обрушала снегом, и рвала. И все это сейчас подробно расскажу. А потом покажу и расскажу, скажу по моему мнению, какая все-таки теплица самая сильная и самая устойчивая. Но я сразу хочу сказать, что мы будем рассматривать две ценовые категории. Одна вот, которая дорогая, уральская, про нее вообще даже говорить ничего не хочу, потому что она ясна, что она самая сильная, ее не может ветер унести, она очень тяжелая, ее снег не обрушивается, снег с нее скатывается. Но у нее такая высокая цена, что ее может купить не каждый. Больше я буду говорить более подробно о тех теплицах арочных, простеньких, которые приобретаем мы в большинстве случаев, потому что они дешевле. Так вот, стоит ли покупать такую арочную теплицу, и может ли она выдержать и снег, и ураган, и какая из них, тоже разные же конструкции, какая из них конструкция самая сильная? Я начну свою историю с далеких-далеких, еще даже до 2000 года мы первую теплицу купили. Мы купили первую теплицу, когда не было теплицы у нас вообще еще. У нас есть и сейчас мало у кого теплицы, но тогда не было вообще. И мы не знали о них ничего, и информации о них не было, так как еще мало кто по много лет их использовал. Для нас это был кот в мешке и была новинка. Я по своей наивности, ну как делаю всегда, верю людям на слово. Когда мы покупали, нам продавец сказал: не расстраивайтесь, все, мороз не страшен, высадили и забыли. Все, мороз держит до минус каких-то, он сказал, до минус 10, по-моему. Снег держит, выносливое, все. Короче, все это опроверглось в первый же год. Это было, когда мы высадили, но я не помню, конец, ну, май, середина или конец. А в июне, в начале июня, у нас был мороз минус 7 градусов, и у меня все 100 с лишним томатов, которые там уже цвели, с маленькими помидорками, замерзли все, вот вообще все. Ну, не буду говорить, что я там как дальше делала, я их, конечно, пыталась там через пасынок вырастить, заменять было нечем. Ну, по крайней мере, таких взрослых не было, неважно. Самое интересное, что понадеявшись, ну ладно, думаю, ну мороз, ну всякое бывает, может быть, он не знал. Ну и, скорее всего, наши местные продавцы, я думаю, что он сам знал не больше, чем я. Ему вот сказали, читай, вот прочитай инструкцию, что написано в инструкции, то он нам и транслировал. И в первую же зиму эта же бедная теплица обрушилась под тяжестью снега. Чтобы вы понимали, какое ощущение у меня было после этого. Во-первых, эти теплицы были очень дорогие в то время. Первые теплицы были очень дорогие. И мы долго думали, покупать ее, не покупать ее. И я в то время, я работала еще, ну, занималась официальным трудом, как все, работала, ходила на работу. Никаким выращиванием массовым овощей я не занималась. И никакой, как сказать, я выгоды с нее никакой не хотела поиметь, но ущерб я поимела огромный в первый же год. Ну и, конечно, тут бы руки опустить, но мы же такие, как муравьи трудолюбивые.
Муж сказал: а, ерунда, сделаем новую из этой же. Покупать по ничего не стали. Он весной, снег когда растаял, они с сыном разобрали ее. Там не только, она не просто как обвалилась, порвался весь вообще этот поликарбонат, тоже для нас еще был в новинку диковинный материал. Поликарбонат порвался, все эти, кто она, дуги все погнулись, и началась у них работа. Они выпрямили, не знаю, с помощью чего там, наверное, с помощью обычных молотков и этих, ну, камень и молоток. На камень ложишь, молотком бьешь. Выправили все дуги. Шелковыми толстыми нитками сшили все эти куски поликарбоната. Накрыли опять эту теплицу, и она еще стояла, наверное, года 3 или 4. До тех пор, пока я... Ну, потом я начала помаленьку на это... Не надеясь на эту теплицу, начала выращивать вот это массовое выращивание рассады в тоннелях без применения теплицы. Когда просто металлические дуги ставишь, полиэтиленовую пленку, нетканку для тепла, в 2 слоя делала. И я начала вот эту рассаду выращивать, продавать. И тогда я заработала себе на первую новую теплицу. И дальше пошло. На следующий год заработала еще на одну теплицу. Короче, огород начал обрабатывать сам себя. Потому что... Когда вот первый раз мы ущерб понесли от этой теплицы, это для семейного бюджета было сильно ощутимо. И я сказала: нет, больше так я делать не буду. Что заработаю в огороде, значит, куплю. Ну и все. Из этого я сделала вывод, что, скорее всего, тут уже пришла мысль, что и эти брусочки надо подставлять на зиму. И что, когда высаживаешь рано томаты, то не надо надеяться на эту теплицу. Я стала делать теплица в теплицу. Ну, показывала нынче, что когда высаживаю, еще ставлю дуги, еще накрываю полиэтиленом, накрываю вот этот спанбондом. Короче, у меня получается маленькая тепличка в большой теплице. А эта большая теплица, она практически нужна для того, чтобы в солнечные дни там скапливалась вот эта жара, тепло, чтобы прогревалась земля, чтобы когда нет минусовых температур, можно было там высадить, выращивать все. Дальше, когда, ну, вот все, она вот это пришла, ну, не то, что пришла в негодность, она уже, она была такая страшная, она была вся кривая, косая, вся залатанная, вся, ну, там, залатанная, перелатанная, короче. Мы поставили на это место... Когда я говорила, что купили новую, поставили новую теплицу. Все. И теперь зимой мы подставляли туда вот эти вот брусочки. Ну, как брусок он называется, да, деревянные такие подставочки. И когда много снега было, и когда мы не успевали, например, иногда у нас в сибирском регионе такой большой снегопад, что вечером ляжешь, снег только начался, а утром встанешь, уже вот такой слой, и теплицу не видно. Как говорят, что «а чё ж вы не очищаете?» Но иногда бывает, за сутки так навалит. Вот муж, например, на работе он приходит, и если этих брусков бы не подставить, то она бы обрушилась, все. И эта же теплица, там то ли место такое было несчастливое. Все, мы... Теперь снег у нас не обрушивался. То, что она в мороз нужно предохранять, я уже знала. Следующая напасть на нас напала. Вот такой же был ураганный ветер. Почему я теперь ученый человек? Вот такой ураганный ветер, когда наступает... И я даже не представляла, вот у меня даже в мыслях не приходило, что теплица полностью может улететь из огорода вот бесследно. Вот была и нету, все. Но я думала, что может что-то сломаться, вот так вот оторваться. В один прекрасный момент, во время вот такого шторма, мы сидим дома, было уже поздно, ну, наверное, 11:00. Мне звонит соседка и говорит: Оль, там ваша теплица по улице Иркутской скачет, как лягушка, и уже ускакала туда, к центру города. Я говорю: в смысле? Ну, вот. А просто знаете, что хорошо? Может быть, и никто бы не узнал, что это наша. Теплиц было очень мало, ну, в нашем районе, и им прям сказали, говорят: это вон вашей соседки, с вашей стороны она. Ее, короче, спокойно этим бураном подняло, перебросило через забор. Еще раз скакнула она до шоссейной дороги, и дальше она прям по ровной дороге, как покат, и понеслась. Унеслась очень далеко.
И, короче, ну, конечно, во время этого она ее и там кувыркала, ее переворачивала. Она вся, короче, не такая уже она красивая стала. И вот мы стали думать. Ну, муж, короче, поехал туда, съездил. Даже поехали с сыном и говорят, ну, что она там валяется? Никуда она больше не скачет, за что-то зацепилась. Что делать? Она вроде изогнутая. Ну, жалко, опять же, в то время, еще раз повторюсь, они были дорогостоящие для нас. Я говорю, ну тащите ее назад. Ее подцепили за веревочку, прицепили и как эту буренку заблудившуюся и тянули назад. Там был такой скрежет по асфальтовой дороге. Эти металлические аж искры летели. Но ее, короче, притащили. Снова ее разобрали. Это уже была как не та, это уже была другая. Снова ее разобрали. И вот эта теплица Франкенштейн, которая называется... У нас она как раз в той теплице, только у нее был такой большой ущерб, что из 8-метровой теплицы сделали всего 6-метровую. Ну, много в отходы ушло. Ну, как говорят, безвозвратные потери, все не смогли ничего восстановить. И до сих пор она стоит у нас, тоже она немножко подштопанная, там гнутая-перегнутая. Сейчас там у нас бассейн для внука. Все. Из этой ситуации я сделала еще один вывод. Что мало того, что вот как нам там, ну, говорили, там раз немножко чем-то, не знаю, закопать, заглубить, там же вот так ножки вот такие вот, и вроде они должны держать. Все, стали мы делать отдельные якоря из этой, из арматуры, из толстейшей арматуры, шпильки вот такие вот, и вбивали, прямо муж вбивал. Это называется, как мы теперь каждую теплицу якорим. Вот заякорить ее сильно. И вот теперь, когда в этот раз, в этот буран, это, у многих унесло теплицу, у нас ничего не унесло. Все, у нас все теплицы заякоренные. Даже у нас уральская легенда, она тоже у нас вот с такими якорями. И я вот из своего опыта, я сделала вывод, что для того, чтобы теплица не улетала во время шторма, вот нужно обязательно при установке делать вот эти якоря, то есть вбивать прям такие шпильки, вот как женские шпильки, можно даже двойные вбивать, чтобы закреплять. Потом, лучше всего, если у вас такой регион с сильными ветрами, у некоторых же есть вот прям штормовые ветра, то делать лучше, конечно, усиленный вот этот утяжеленный вариант. Потому что у меня, я сейчас выйду и покажу вам разницу, у меня до сих пор одна теплица стоит вот с такого, с тонкого профиля, который и обрушивается, и который легко уносится, а одна стоит из трубы. Это вот средней тяжести, она как потяжелее. Ее, когда каркас покупаешь, ее сразу видно. Тот каркас можно прям поднять, а этот из трубы изгнутый, его не поднимешь. Ну и самый сильный, конечно, из металлических уголков, это уральская легенда, это вообще неподъемная. Я больше чем уверена, ее ни один ветер не стронет с места, не сдует ничего. Все. Но этого мало, утяжеленный вариант. Еще очень опасно, если во время шторма у теплицы форточки или двери открыты. Понимаете, она же как? Она пузырик. И если ветер туда, вот сильный ветер вот так хоп туда, и он может вырвать эти якоря. Он как бы как зонтик. Зонтики как улетают у людей. Поэтому, если начинается ветер, даже летом, бывают же летом там какие-то ветряные, песчаные бури, у кого-то там сухие, ураганы какие-то, закрывайте, пожалуйста, хотя бы двери. Если уж форточки из-за жары закрыть невозможно. И я всегда осенью, я наглухо закрываю окна, двери, все это, все на щеколду, на замочки. И вот эту теплицу у нас порвало самодельную, только из-за того, что мы же делали все это сами, и у нас между вот этой покатой крышей и торцом, вот здесь вот неточности, неровности, и там всегда были щелки. Мы то ватой заткнем, то там муж один раз пеной запенивал. И вот эти щелки ветер, он находит, он прям в них раз и обрывает все. Сейчас я оденусь, мы пойдем с вами в огород пройдем, и я покажу как раз три разных вида теплицы. Одна, которая из тонкого профиля, которая улетает в первую очередь, которая обрушивается в первую очередь.
потом из трубы, которая не обрушивается и которой мы никогда не делаем подпорки, она вот сколько лет стоит, она стоит, наверное, лет 10, может, 12. Ни разу не ставили подпорку, все у нее нормально. И покажу ту самую тяжелую уральскую теплицу, с которой вообще... Ну, это, конечно, уральская теплица, как я говорила, это теплица моей мечты. Снег с нее не счищать, что очень удобно для возрастных огородников. Например, я со своей астмой, я чистить снег вообще кидать не могу, я сразу задыхаюсь. Муж на работе, если когда он уходит на сутки на смену, это вообще опасная такая ситуация. С этой горя нет, все с нее скатывается, ветер ее не подхватывает, ничего. И еще, правильно мне сказали про поликарбонат напомнить. Еще некоторые используют более толстый поликарбонат. Он, во-первых, утяжеляет конструкцию, его тяжелее поднять. Он сложнее проминается, продавливается. Ну, ясно, что все идет в зависимости с ценой. Чем меньше толщина, тем дешевле. Чем толще поликарбонат, он удобнее, он надежнее, но он дороже. И не всякий идет на покупку вот этого дорогого поликарбоната только из-за цены. Но как опыт мой показывает, что правильно говорят, что дешевый скупой платит дважды, купив вот этот дорогой поликарбонат, возможно, мы уберегли бы себя и от продавливания, возможно, наша теплица, которая сейчас стала Франкенштейном, она, может, и не ускакала бы от нас, не улетела бы. И, может быть, и томаты бы не замерзли. Но это, опять же, может быть, никто не знает. Может быть, унесло бы ее. Ладно, я пошла одеваться. Я с вами... А, нет, что с вами прощаюсь? Мы же еще будем там и разговаривать. Я все привыкла, я с вами прощаюсь. Нет, я с вами еще не прощаюсь. Пойдемте на улицу. Так, ну что, вот они мои красавицы. Начну я с арочных. Смотрите, вот стоят две теплицы. При кажущейся одинаковости они совершенно разные. Вот на том месте я посчитала с 2007 года, первый раз, когда установлена была, посмотрела. За 16 лет на этом месте третья теплица. Как я сказала, что первая обрушилась, сломалась, была зашитая, заштопанная. После нее поставили новую, которая улетела, скакала там, как лягушка, вон по той улице. Потом вот эту мы поставили уже третью. Расскажу потом о ней подробнее. А это, может быть, вам видно разница в поликарбонате? Этот вот такой светлый, а этот уже темный такой, матовый, непрозрачный. Он совершенно непрозрачный, но все равно она еще хорошая. Это 10 лет одна и та же простояла. Почему? Все дело, конечно, вот в этом каркасе. Ой. Еще люблю, когда форточки открываются с улицы, когда можно подойти и заглянуть. А в тех нет в конструкциях. Ой, тут на беспорядок не обращайте внимания. Это перезимовка здесь у нас такая. Видите, какой у них... Сейчас, может быть, зайду, может быть, смогу зайти. Еще снега мало. То, что она старая-престарая, ее видно вот по покрытию красочному. Видите? И тут же видно, что она железная. Ну, обыкновенный черный металл, мне кажется. Ну, и тут сразу видно, что это такая вот как четырехгранная квадратная труба. Именно из-за этой трубы она была дороже. Не хотели мы ее брать. Я все думала, ой, ну опять такую купим, потом думаю, нет, разоримся, купим. Из-за этой трубы она простояла 10 лет. Из-за этих же труб не ставим здесь, видите, никаких подпорок, никаких колышков. Из-за этих же труб ее ни разу не унесло, не сорвало. Она, во-первых, утяжеленная, ну и, во-вторых, крепкая. Потому что, как я теперь уже понимаю, что... Продавить снегом вот эту трубу, ее очень сложно. Поэтому ее можно лишний раз и не почистить, подождать до выходного, не бежать в 6 утра
скорее соскребать. Сейчас пойдем вторую красавицу посмотрим. Это, ну, по крайней мере, по сравнению с той, намного моложе. Видите, у нее еще прозрачность не нарушена. И здесь мы использовали уже поликарбонат чуть потолще. Видите, видно? Вот этот вот прям тонюсенький. Хотя он тонюсенький, но ничего с ним не случилось. Вот на 10 лет хватило. Делайте выводы, что основное все-таки, наверное, каркас. А этот вот какой толстый уже по сравнению с моим пальцем. Этот, по-моему, 6, тот 4. Так кажется мне. Но несмотря, что здесь вот этот вот дорогой мы брали поликарбонат утолщенный. Несмотря на это, видите, муж, что у меня нынче тут построил. А почему? А потому что прошлой зимой у нас опять чуть не обрушилась эта теплица. Я вот не могу вам сейчас пройти показать. Подождите, залезу, может быть. Вот видите, уже пошли эти волны. Он уже немножко той зимой у нас как бы опять начал вминаться. Это из-за этих вот, я не знаю, я его называла алюминиевый профиль. Ну, может быть, там написали, может быть, оцинкованный. Я в этом не разбираюсь, но вот такие белые, как, видите, белые. Белые, тонкие, просто с ребром жесткости. И они непрочные. Из-за них, мне кажется, у нас, ну, конечно, из-за них первый раз обрушилась теплица, а второй раз улетела, потому что очень легкая конструкция. Ну и, конечно, сами виноваты. Надо было сильнее якорить ее. Вот такие сооружения каждый год строить тоже мужу не очень-то хочется. Потому что, а если вот эти поперечины не делать, мы пробовали, если просто ставить, начинается, когда, ну как, понимаете, там замерзает, оттаивает грунт, начинается вот как подвижка грунта. И они падают, короче, не помогают, если их не закрепишь. Ну, по крайней мере, это у нас так. А вот у меня та теплица Франкенштейн, которая была улетевшая, которую как буренку заблудившуюся назад притащили. Видите, вот эти вот шрамы, это от той прежней жизни у нее. Тут и скотчами мы ее заклеивали. Видите, она какая. Она и так была никакая. А этот буран ее добил, короче. Ой. Теперь она стала вот такая. Не знаю, подлежит она восстановлению или нет. Здесь у нас бассейн. Вроде бы она нужна, чтобы ребенок, когда купается, ветра не было, и чтобы нагревалась быстро. Но тут уже из нее делать что-то, я не знаю. Она и так была вся в дырочку. Так, сейчас пойдем в самую королевишину, в уральскую легенду. Тут у меня еще больше бардак. Тут я ничего не готовила в зиму, но мы... Сейчас смотрим не порядок, а конструкцию. Смотрите. Здесь вот эти все стойки, перекладины, вот эти, все из металла. Видите, тут вварены металлические уголки. Там вон держатели. Тут как бы как бы распорки какие-то еще. И все это придает такой, как сказать, нерушимость какую-то придает этой теплице, что у меня ясно даже мысли не возникает, что эта теплица куда-то улетит, что она сдвинется с места. Вообще, конечно, она прекрасная, но один недостаток – высокая цена. Но все мы понимаем, мы не глупые, мы понимаем, что вот такое изделие большое, из металла, основательное, оно не может стоить дешево. Вот я показала вам три своих теплицы, и из этого становится ясно. Вывод один. Чем сильнее усиленный вот этот каркас, чем тяжелее каркас, тем прочнее теплица. И, следовательно, тем дороже. Если рассматривать только арочные варианты из дешевых, то
много лет безотказно прослужила теплица с этим, ну как с каркасом, вот из такой трубы, как я показывала, четырехугольная гнутая труба, а улетала и разрушалась именно та теплица, где вот этот тонкий, ну вот он, видите, тонкий профиль. Я его почему-то называю алюминиевый, ну так и буду называть. Тонкий алюминиевый профиль. Он очень-очень легкий. Ну и, конечно, есть особая группа теплиц. Это теплица самоделки. Вот как наши это. Если вы делаете сами своими руками, то старайтесь, чтобы не было щелей. Потому что у нас вот здесь вот, где торец, там была щель. Я знаю, что у нас они там есть. И ветер нашел эту щель. И именно с этого места вырвал у нас кусок теплицы. Всю красоту нам нарушил. Но ничего, все это исправимо. На будущий год весной и Франкенштейн, возможно, отремонтируем, и эту теплицу. А вы, если будете выбирать теплицу, то, возможно, мои вот эти вот рассказы и мои обзоры моих теплиц, может быть, вам помогут. Может быть, вы сделаете какой-то вывод для себя. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова с обзором своих теплиц. Моя огородная озвука. Хочу показать, какое у нас страшное небо. Это представьте, сейчас час, обед, 1:30. И вот такое небо, как будто ночь. Наверное, нас сегодня завалит снегом. Неохота.